Привод фирмы Дебойс, реплика автомата SCAR-L. Приклад складной, телескопический. Подсчетчик регулируется. Материалы корпуса. Нижняя часть ресивера – пластик, верхняя – алюминиевый сплав. Сверху длинная респланка, на которую можно установить оптический или коллиматорный прицел. Прицельные приспособления складные. Целик можно снять. На цеве три респланки снизу и по бокам для установки доп. Обвеса. Комплект поставки. Сам привод, бункерный магазин, аккумулятор, зарядное устройство, пластиковый шомпол. Аккумулятор находится в прикладе.